Бывший министр образования Игорь Шаров выдвинул свою кандидатуру на должность ректора Государственного университета Молдовы. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. «Всю свою жизнь я проработал на историческом факультете Государственного университета Молдовы. С 2013 года я был на государственной службе. Факультет был моим вторым домом. Теперь я вернусь в науку. Объявлен конкурс на должность ректора ГУМ. Я отправил досье», – заявил Шаров. В понедельник утром глава правительства Ион Кику дал понять, что не намерен ждать второго раунда для отставки министров-демократов, как первоначально планировала ДПМ. Он решил попрощаться с Кристиной Лесник, реинтеграция, Игорем Шаровым, образование, культура и исследования, Александром Пензарь, оборона и Сергеем Райляном, экономика и инфраструктура. Олег Цуля, Медея, который также входил в группу министров, предложенных Демпартией, был ранее отозван правительством и назначен на должность посла Республики Молдова в Венгрии. В тот же день присягу принесли новые министры: Ольга Чеботарь, заместитель премьера по вопросам реинтеграции, Анатолий Усатый, министр экономики и инфраструктуры, Аурел Чукой, министр иностранных дел и евроинтеграции, Виктор Гайчук, министр обороны, Лилия Погольша, министр образования, культуры и науки.